О боже, как пережить очередной конкурс красоты? Маман снова села на диету. Крепко села. Пышка? С другой стороны. Давай, дорогая, тащи меня за ноги. Моя корона. Меня зовут Уиллоудин Диксон. Привет, Уиллоудин. Привет, Бо. Только с постели и сразу на кухню. Все зовут меня Уилл, кроме мамы. Она зовет меня... Пышка, мне нельзя опаздывать. Такой красотке нужен водитель. Слава слегка мешает ей уделять мне достаточно времени. Кстати, у тебя слева дырка. Что? Глупости. Когда твое дело? Это должна быть ваша дочка. Нет, это ее подруга. Вот моя дочь Уиллоудин. Все ясно. И тогда я решила, с меня хватит. Узнаю этот взгляд. Что ты задумала? Я стану участницей конкурса. Это только твое дело. Это будет протест на шпильках. Уиллоудин, ты ли это? Привет. Раз ты записалась, и я тоже. Ну нет, я не Жанна Д'Арк для толстушек. Будет весело. Еще как. Красота — это чуть сложнее, чем кажется. Я дочь Рози Диксон. У меня красота в крови. Нужно выезжать на своих фишках. У меня это хула-хуп и чечетка. Он высокий, сильный. Стоп, спасибо. Кажется, я знаю, где искать идеи. Что это за место? Тут из тебя сделают Мэрилин Монро. Ого! Пышка, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Это протест. Мы должны доказать всему миру. Этой зимой, Уиллоудин Диксон, на мой взгляд, ты красивая. И пусть катятся к черту те, кто считает иначе. Нигде не сказано, что толстушкам нельзя участвовать. Стань бриллиантом. Я все это затеяла, но я не знаю, что делаю. Знаешь, что сказала бы Долли? Поставь перед собой цель и иди на пролом. В мире драгоценности. Да здравствует революция, детка. Пышка. Это был настоящий сюрприз. Долой стереотипы! Да здравствует бодипозитив! Даниэль Макдональд и лауреат премии «Золотой глобус» Дженнифер Энистон. Скоро на экранах.